Сейчас ей 55. Она заслуженная артистка России, именитый сценарист и кинорежиссер. Была дважды замужем и воспитывает единственную дочь. О чем молчит Рената Литвинова? Она скрывает свою личную жизнь и никогда не говорит о мужьях. Но нам удалось узнать кое-что интересное. Она родилась в Москве в русско-татарской семье, а имя будущей актрисе дали в честь брата отца – Рената. Родители были врачами, а когда девочке исполнился один год, они разошлись. Но будущая звезда, приводя в гости подруг, всегда вывешивала что-нибудь из мужского гардероба на видное место, чтобы доказать, что у нее есть отец. Литвинова считала себя не фотогеничной, поэтому часто отказывалась от ролей в полнометражных картинах, но несмотря на это, ее фильмография насчитывает около 40 проектов. Одна из последних ее работ – это «Северный ветер», где Рената выступила в качестве режиссера, сценариста, продюсера и даже актрисы. Вы уже успели посмотреть эту захватывающую экранизацию феминистической пьесы самой Ренаты Литвиновой. А вот личная жизнь актрисы тайна за семью печатями. Первым супругом стал кинорежиссер Александр Антип, но молодожены не прожили даже одного года вместе, они развелись. А вот во втором браке с бизнесменом Леонидом Добровским родилась дочь Ульяна. Но когда единственной наследницей Литвиновой не было и 6 лет, Рената и Леонид разошлись. Их дочь Ульяна Добровская с детства живет и учится за границей, в Лондоне и Париже. Сейчас ей 21 год, она знает несколько языков и унаследовала артистический талант своей матери. Ульяна уже снялась в нескольких картинах. Рената часто гостила у дочери, а недавно и вовсе перебралась в Париж. А с Земфирой Литвинову связывает давнишняя дружба и работа. Певица написала музыку к фильму «Северный ветер», а Литвинова сняла несколько клипов Земфиры. Хотя многие подозревают более близкую связь между незамужними женщинами, но это только домыслы. А вам нравятся работы Ренаты Литвиновой?